ей взглянуть на полотно. Что, если вдруг не удалось оно? Внимание в гостей, художник наш польщен. Какую критику сейчас слышит он? Не будет ли жесток зверинцу? Низвергнут или вознесут? Ценители пришли. Картину слон открыл. Кто дальше стал? Кто подошел поближе? Ну что же, начал крокодил. И за что оружие? Ну и Нил я не вижу. Что Нила нет, там нет большой беды, сказал телей. Ну где снега, где льды? Позвольте, удивился крот. Снегу что важнее, чем лед? Забыл художника огород. Хрю-хрю, прохрюкал свинья. Картину давай, друзья, но с точки зрения нас не должны жуги на них. Все пожелания принес он. Опять за краски взялся он. И всем друзьям по мере сил фонарь в кисть угодил, изобразив снега, лед, и Нил, и дуб, и огород, и даже мед. Но в случае, если вдруг медведь пройдет, картину посмотри. Картину она готова, друзей созвал художник снова. Взглянули гости на пейзаж и прошептали: «Ералаш!» Мой друг, не будь таким слоном. Заметан следом, но с умом. На свет друзей не глядишь, тебе же только не вредишь. Молодец. Слушай, какой блин, ужасный. Хорошо. А песню споешь? Кусочек. Угу. Маленький. Давай. Ты лети, крылатый ветер, над морем и над землей, расскажи ты всем на свете про любимый город мой. Всем на свете ты поведай, как на крымских берегах воевали наши деды, прославили в боях легендарный Севастополь, неприступный для врагов. Севастополь, Севастополь, город русских моряков. Да я не сомневаюсь. Скажи, ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Ну, я не знаю, у меня там папа подводник. Может быть, да, как подводник будешь, да? Молодец, Георгий. Спасибо тебе большое.